Во вторник в Самарской области пасмурно, местами проглянет солнце, пройдет небольшой снег. Минус 8, минус 10 днем, ночью 9-11 ниже 0. Ветер западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем минус 7, ночью минус 9 градусов, западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде снега, днем минус 8 градусов, ночью 11 ниже 0, ветер северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, минус 9 в дневное время, ночью 12 с минусом, западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.